Посольство Нидерландов в Анкаре и консульство в Стамбуле остаются в осаде. Турецкая полиция блокирует все входы и выходы дипломатических представительств, оправдывая свои действия соображениями безопасности. Сотни манифестантов собрались перед посольством и консульством на акции протеста против решения голландских властей запретить турецким министрам вести среди их соотечественников, живущих в Нидерландах, агитацию за изменения в Конституции Турции. Участники протестов распевали гимн Турции и выкрикивали лозунги, угрожая Нидерландам и Европе. Как сообщает Хурия Daily News, один из участников акции в Стамбуле снял с флагштока перед консульством голландский флаг и повесил на его место турецкий. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым назвал инцидент в Роттердаме большим дипломатическим скандалом и пригрозил властям Нидерландов предельно жесткими мерами. МИД Турции заявил, что возвращение в страну посла Нидерландов, который находится в отпуске, нежелательно.